Рыбные котлеты в овощном соусе. Ингредиенты. Хек 1 кг 100 грамм. Лук 1 штука. Яйцо 1 штука. Черствый хлеб 200 грамм. Соль, перец. Для соуса. Морковь 2 штуки. Лук 2 штуки. Томатная паста 1 столовая ложка. Лучше томатный сок, или мы используем домашние перекрученные помидоры 50 мл. Нужно брать замороженный хек или нататенью. Разморозить рыбу, отделить от костей. Хлеб размочить в воде. Перекрутить на мясорубке рыбу, хлеб и лук. Вмешать яйцо, соль, перец. Сформировать котлетки и обжарить на сковороде. Так как рыба сухая, то делаем соус. Нарезать мелко лук, натереть на терке морковь. Спассеровать на сковороде. Переложить котлеты в кастрюлю, выложить овощи. Развести томатную пасту или помидоры водой и залить котлеты, почти покрывая их. Поставить на мелкий огонь минут на 20. Котлеты становятся нежными и мягкими.